Информационное табло в зале ожидания железнодорожной станции Ульяновск-Центральный питает гибридная ветросолнечная установка. Работает она за счет наиболее выгодной для потребителя комбинации энергии солнца и ветра. Подобная система используется и на железнодорожном вокзале в Самаре. Денис Демидов, инженер-энергетик, предложил на перспективу расширить область применения разработки. Ее концепция – гордость компании, которая смогла не только сгенерировать идею, но и перенести ее в материальную плоскость. Станция состоит из двух частей. Это ветрогенератор и солнечные панели. В целом собирали мы это уже непосредственно на вокзале. У нас были комплектующие части. Мы ожидаем окупаемость в течение 10-12 лет. Но с учетом того, что станция служит 25-30 лет, в целом ожидается положительный экономический эффект. Денис Демидов пришел в «Альтрен» сразу после выпуска из Ульяновского технического университета. За 3 года инженер-энергетик стал автором 7 проектов. Каждый так или иначе связан с ветроэнергетикой. Путь от создания 3D-модели до финального продукта может занять от пары месяцев до года. А вот результат всегда один – динамика в развитии экономики региона. Свой вклад вносят десятки специалистов. 13 лучших стали лауреатами всероссийского конкурса «Инженер года». Знаки отличия и благодарственные письма вручил губернатор Алексей Русских. Сегодня на молодых специалистов возлагают большие надежды. Глава региона поддержал идею о создании областного клуба инженеров. Профессиональное сообщество организовано для встреч, знакомств и работы над будущими проектами. Надо сейчас найти ответственного секретаря, повестку формировать. Я почетным членом обязательно пригласить стану. Представителями клуба станут и выпускники вузов. Подготовке кадров уделили большое внимание. Обучение начинается со школы. Здесь сейчас работают инженерные классы, кванториумы и IT-кубы. Помогают федеральные программы, действующие в колледжах и техникумах. Одна из них – профессионалитет. В результате молодежь области может познакомиться с будущей специальностью, изучить ее основы еще до поступления в университет. Такая модель исключает отток перспективных кадров в соседние регионы. Александра Никитина и Олег Тоньшин, Управда ТВ.